Всем привет, с вами Нинель, девочки. Вот многие просят меня показать мой чудесный макияж, некоторые так вот говорят. Ничего чудесного нет. Возможно, после просмотра этого видео многие девочки разочаруются, потому что я не фанат крутых вот этих всех марок, хотя я их пробовала в свое время. Я пробовала практически все бренды туши, подводок. Не знаю, вот тушь мне вообще никакая не подходит. Вот понимаете, хоть она там вообще супер крутая и обещает там супер объем и все, но у меня такие ресницы, их практически и не видно, этих ресниц. Единственная тушь, которая, значит, мне подходила, я ее иногда заказываю через интернет, это Max Factor. Вот, для моих ресниц это супер. И вот подводка у меня такая, Max Factor, такая у меня подводка. И там я не очень страшно выгляжу. Я же проживаю тоже, чтобы не напугать никого. И я вот покупала стила, черненькая подводка, водостойкая. Она у меня закончилась, и я купила такую темно-синюю. Такое Г, случится черное ничего, а это вообще Г. Такие стрелочки почетче становятся. Значит, вот крема. Я еще крема там могу дорогие купить. И то я вам скажу. Никакие крема, ничего не поможет уже, ничего. Как я говорила, только скальпель хирурга. Вот я пользуюсь мицеллярной водой, значит, очищаю свою кожу. Я вам просто покажу, чтобы вы не думали, что у меня крем-пудра и лицо намазано тональником. Там я ничем не пользуюсь, никакими вот этими ни тональниками, как они там, ой, даже не буду говорить, как забыла все, как называется. Вот мой тампончик. Господи, как они там называются-то, девочки, грамотно. Ну, в общем, поняли меня, что там на лицо накладывают основу. У меня тональный крем есть. Maybelline, кажется, в холодильнике стоит. Я его с собой из России привезла, но я в России тоже давно уже не пользовалась. Так зимой иногда, когда найти это, в ночной клуб идешь, намажешь. А так я не пользовалась. Так, вот, ну, я протерла кожу, увидите. Тампончик чистый. И всегда я начинаю с бровей. Я, значит, всю лишнюю убираю. Но я это делаю, девочки, в зеркало, которое увеличивает в 3 или в 5 раз, не помню, увеличительное. Вообще, вот, кто не завел еще такие зеркала, не прикупил, прикупите. Очень удобно наблюдать, конечно, страшненько, как посмотришь, но зато, знаете, уже видишь объем работы на той или иной зоне лица. Ну, значит, я бровки подщипаю и начинаю вот карандашик. Я в линзах, поэтому так более-менее я смотрю. Постараюсь вам показать весь процесс, чтобы вы не подумали ничего. Тенями я тоже не пользуюсь. Во-первых, знаете, уже ближе к 50, после 50, мне кажется, редко кому идет пользоваться тенями. Веко-то уже зрелое. И все это собирается. Ну вот, рисую так стрелочки. И нижнее подвожу. Вот мне как-то писали не подводить нижнее. Иногда я не подвожу, но мне больше нравится подводить. И, девочки, это видео я не спрашиваю. Сразу предупреждаю вас, девчонки, я не спрашиваю, как мне краситься. Ладно? Вы мне можете только вот... Буду вам признательно посоветовать хорошую подводку. Тоже, возможно, водостойкую. Которой вы пользуетесь. Тушь, я вам говорю, у меня 3 ресницы на 2 глаза. И кроме Max Factor мне еще CoverGirl подходит. Практически любая. Делает более-менее ресницы заметными.
Вот у меня инструмент. Подводка, тушь, румяна и помада. Все. Ну вот что-то напортачила. Напортачила что-то со стрелкой. Как бы надо вот в ресничках там прокрасить. Просто мне надо уложиться в 10 минут. А то мне придется камеру отключать. У меня потом не загрузится видео. Надо его будет делить. Это такой геморрой. Ой, извините. Ну и трясницы. Дин-дин-дин-дин-дин. Никак не соберусь сделать видео. Ой, блин, испачкалась. Это я в пижаме стою. Сделать видео о своих гаджетах. Ой, не видно меня там, да? Надо что-то говорить хотя бы. Хотя бы девчонки что-то вам говорить надо при этом. Чтобы вы не скучали. Короче, что-то это видео надо готовить. Девочки, поделюсь с вами. Ой, господи, вот это к 8 марта. Я правда что-то анонсы сделала. Наверное, круче, чем у меня видео получится. Видео не будет танцевальным, оно будет болтательным. Поэтому даже не знаю. Настраивайтесь на провал. Ну, знаете, у актрис должны быть и взлеты, и падения. И ресницы я люблю так вот прямо жирно накрасить, сильно. Как помню, в юности все время красила. И папа мне говорил, у тебя как? Ой, ты. Ой, шея, блин, уже. Шея старческая. У тебя как? У птицы под хвостом. Ресницы. Представляете? В юности я тональником, конечно, красилась вообще пипец. Маска прям была на лице. Тонального крема. И тоже красила только тональным кремом и ресницы. Стрелки не красила. Сильно ресницы красила. И губы не красила. И вот я такая, представляете, бледность такая. И румяна не красила. Ресницы и тоналка. Все. Такая бледная была. Долго губы не красила. Даже замуж вышла, не красила губы. Мне казалось, это так красиво, естественно. Подружка мне все говорила, крась губы поярче. А я их никак не красила, ни поярче, ни побледнее. Пару раз, конечно, красила там на дискотеках чужими помадами, когда ходила в юности. Коричневый, помню, красила. Потом такой темный-темный сиреневый или фиолетовый, она даже была перламутровая такая. Ух, моей подружке папа в море ходил, навезет ей там. Сколько-то минут, ё-моё, 9 минут уже. А, по-пыренькому надо. По-пыренькому, девочки, надо. Ой, ой, ой. Я поставила стульчик. Обычно я там на диванчике, большое кресло. Так, я же хотела, господи, слушайте, протерла, хотела, надо было для век нанести крем. Тут у меня еще шиседу все. Такой вот он прям так мало его нужно. И дневной. Ну, видите, что-то заболталась, даже крем не нанесла. И румяна у меня какие-то. Пюр. И вот так, значит, румяна.
А помады у меня здесь нет, да? Вы меня простите, я отойду. Вот так вот слегонца. Помадку сейчас возьму. Помадку. А где помадка? Ну, так у розовенькой девочки. Вот меня кто-то спрашивал. Я не помню, написал или нет. 117-й Maybelline у меня. Помада светленькая. Хась-хась. Хась-хась, я готова. Видите? Видите, морда лица припухшая. Вот так вот встанем. Ну вот. Вот такой вот мой незатейливый мейкап. Девочки, видите, насколько я красивая, что мне он минимальным количеством косметики обхожусь. Шутка. Ну все, буду сушить волосы и накручиваться. Хочу вам сказать, что-то у меня вот бзык, девочки. Я уже сколько не могу накручиваться на бигуди и на тот роллер, который я покупала. Тот, который, помните, мне Джейн на Новый год подарил, на Крисмас. Типа плойка такая, плойка фен. Сдали ее, не смогла ей пользоваться. И этим роллером тоже практически не пользуюсь. Все вот плойкой такой, она с покрытием хорошим. И такой, такой объем. Объем вот такой. Накручиваюсь. Так, все. Все, девчулечки, а то сейчас уже того сего закончится. Надо заканчивать. Все, всем пока, до новых встреч. Встретимся в комментах. С вами была Нанел.